Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится HMD Skyline, и сейчас я покажу вам, какие фишки есть в камере данного устройства. Давайте откроем камеру. Здесь мы посмотрим, какие у нас вообще есть режимы. У нас есть режим фото, портрет, ночь, видео и еще. Здесь в еще у нас есть мгновенная съемка, также есть портативное астрофото, которое помогает нам делать фото звезд лучше. Также у нас есть Dual Side, то есть мы можем сразу открыть две камеры и записывать видео, там, допустим, сразу и с фронтальной, и с передней камеры. Есть ультрастабилизация видео, что тоже нам может помочь. Есть режим Pro. Далее. Можем опустить вниз. Нет, давайте выберем фото. Опускаем вниз шторку здесь. И у нас есть датчик уровня, сетка. Это хорошие функции, которые всегда, мне кажется, стоит включить. Давайте перейдем также в настройки. Здесь у нас есть сканирование QR-кода, которое мы можем включить или выключить. Также мы можем включить или выключить усиление яркости, но для этого нужно отключать адаптивную яркость на устройстве. Дальше. Также у нас здесь есть тоже хорошая функция, это OZO Audio, то есть записывается звук с наилучшим качеством и высочайшей пространственной точностью. Вот, и в целом на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.